Всем привет, это канал Туман оф Плей, с вами Владимир, и мы играем God of War, четвертая часть, ребята. Мы не можем уйти без черной руны, давай, мы справимся. Откроем и достанем черную руну. Так, где у меня клинки мои? Хранилище Тюра. Так, стоп, что происходит-то? Конечно. Так, можно зацепиться. Включите защиту хранилища. Каким образом? Ну-ка, давай осмотримся. Куда дальше? Еще выше можно. Сейчас будем отключать защиту. Так. Ну-ка, сын, иди почитай-ка. А эти? Мысль быстрее ветра. Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне. Так. Ничего себе сокровища сколько. Ладно, идем. Как защиту-то отключить? Ага, вот здесь можно слезть, но нам пока не надо. Все, наверное, любили, но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина, и не зря. Все разломал тут. Ну-ка, подожди-ка. Так, ладно, а как защиту-то отключить? Так, может быть, как-то выше забраться можно? Ну-ка. Ничего пока не понимаю. Хорошо, пошли вниз. Брат, это ловушка для ветров Хель. Но где же они сами? Ветра чего? Забыли сказать. Пока ты хворал, мы сбегали в Хельхейм за лекарством. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. Да-да-да. И без помощи Брока. И Брок там был? Сейчас тебе покажу, что научился. Потом отсюда. Погнали, откроем. Ты лучше пошевеливайся, брат. Не туда. Блин, не туда. Сюда. Быстрей, толкай. Пихай.
Кидай. Так, и что нам это дает? Ну-ка, почитаем, что там. А, скиндус моей родины. Я самого такой раньше не знал. Давай да, колесо крутанем, раз колесо открылось. Когда-нибудь понадобится намазать маслом. Потому что тебя никто не любит. Гостям не рады. Ага, смотри, здесь надо вообще аккуратно проходить. Ну-ка. Смотри, с каждой стороны небольшой проход, как раз для мальчика. Пацан сейчас пролезет. Для отца слишком малы. Эй, ты куда? Иди, не думай обо мне. Пацан куда-то уполз. Не, пусть пацан туда лезет. Пусть аккуратно идет, а я здесь пройду. Во, вот так раз. Стоп. Так, а здесь ну-ка надо заценить, как оно. Все это дело работает. Ай, больно. Так, подожди. Ну-ка, момент, вот сюда. Да, нет, 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 погоди. Все, разрубило. Чуть-чуть там надо было пораньше сделать, я бы прошел. Так, ладно, давай еще раз колесо крутанем. Сейчас. Не рады. Сейчас пройдем, нормально все будет. Все, пацан там пролезет. Смотри, с каждой стороны небольшой быстрей проход. Стой. Как раз для мальчика. Вот тут надо вовремя. Для отца слишком малы. Иди, не думай обо мне. Вот, стоп. Прей тут нет, некому сшивать весь. Так, а здесь как? Тихо, дома. А здесь как? А, подожди, подожди. Тормози. Топор надо. Топор, где топор? Вот, одна затормозилась, вторая поехала. Все нормально. И пацан пришел. Все нормально. Теперь надо как-то эту открыть. Ого. Здесь посмотри, давно никого не было. Все в паутине уже. Не открывай. Не пей. Правильно, не пей. Потому что там нет ничего. Там все высохло. Это он. Это Кратос же. Прикинь. Ну-ка, сыну покажи хоть. Это он на вазе там нарисован. Смотри, он что такой... Что ты нашел? Какую-то шапку. Все, вазу разбил сразу. Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Ладно. Как бы снять шапку-то теперь? А вазу-то он увидит сейчас батю своего. Нет, не увидел? Там на вазе батя нарисован. Так, ладно, а чё, куда... Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Куда идти-то теперь? Там есть боги? О да, там их очень-очень много. Они злые?
На этот вопрос не так просто. Погоди, ну вдруг еще здесь что-то. А, подожди, я понял. Надо сейчас сюда опять применить. Где? Во-во-во-во, давай. О, чувачки пришли какие-то. Так, ладно. Все с вами решим, ребята. Давай будем клинками фигать. Иди подходи ближе сюда. Раз и все. Ну-ка, все улетели вниз. Давай, давай, давай. Ты кое-кого пропустил? Где, где, кого я там пропустил? Вот этих что ли? Да сейчас разберемся с ними. Атрей, стреляй тоже. Ты... Забыл я, что он может стрелять. А нет. Волчару выпустил. Все, до свидос. Еще кто? Что-то вас много, ребята, если честно. Как ты не готов? Ты давно готов. Откуда они взялись все? Ну-ка, надо забрать вот это. Да стреляй уже по нему. Серебра 2500 дали, класс. Все? А что тебя там так задело? Быстрей. Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого, это прямо почти извинение. Ну, наверное, тебе просто нравятся мимо. Вот, вот так. А где? Подожди, почему я не вижу? Где должно открываться это кольцо? Подожди, отсюда надо бить. А потом куда бежать? Второе кольцо наверняка поведет тебя как первое. Да давай, попади в него. Сейчас откроется, я кину. Вот, давай. Есть, побежали. Быстрей. Быстрей, быстрей, быстрей. Все, давай, кидай. Есть, сейчас еще откроется. Соберись. Соберись, сын, все нормально будет. На, получай, сюда пришла. И получила. Так, так, так. Сейчас, 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 нормально, я ее притяну по себе. О, смотри. Как будто живой сидит. Все развалил. Давай открываем. Смотри, еще будет препятствие какое-то. Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорил мне правду. Неважно, ранит она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом, а мне может понравиться. Давай потом, блин, насчет этого. А, погоди, можно... Где у меня топор? Если я ее сейчас наверху зафиксирую, ну-ка вот так. Бам! Все. Еще проходы. Понял, иду. А как мне теперь? А, все, я понял. Вот сюда. Все, подгадываем момент. Сейчас пацан, кстати, тут придет. Все, вперед. Все отлично. Я-то думал, те пилы были страшными. Давай, нету никого тут страшными. Все, для нас вообще никого нет. Открываем. Нам надо еще одну защиту снять. Где это колечко? Разве тебе не нравится все а, это? А, вон. Быть богом, находить приключения в новых мирах. Не, надо третье кольцо. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали. Может, это ее подарок? Не понимаю, с какой стороны надо-то?
А, подожди. Вот отсюда, наверное. Ну-ка. Не дотягиваюсь. Давай еще раз. Не, не дотягивается. Тогда как? Мне нужно взять этот сгусток энергии, чтобы там открыть. В центр может шарахнуть, а? Погоди, в центре как будто крутится. Ну-ка, 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 прям вот тут как будто еще блестело. Не. Не так. А как тогда? Ну давай, попади в него. Так, не понимаю пока. Пока не понимаю. Это вообще выход, по-моему. Нам надо вот здесь открыть. А как? Третье кольцо. Но оно должно как-то тут светиться, гореть. Я не знаю, что с ним сделать-то. Ну-ка. Нет. Как попасть-то? Вон оно. Так, не совсем понял, что надо сделать. Какую же надо подловить штуку? Ну, где она, я не понимаю. Я не знаю, я не понимаю. Давай наверх попробуем залезть. Вдруг там вариант наверху есть. Ну, только я не успею туда слезть и это сделать. Так, вперед! В смысле, кто там появился? Погоди, значит, все правильно. Почему-то он тут появился. Вот, не должно было быть. Так, надо топором. Топором. Где топор? Где топор? Дайте топор. На. Отрыв, стреляй тоже. Все получится, все классно. Все, зашибись. Давай его ломай тоже. Как следует. Есть, готов. Так, а теперь вопрос. Почему они появились? Значит, нам здесь что-то нужно сделать. Ну-ка, отсюда, может быть, как-то пальнуть. Смотри, получится. Смотри, ловушка для ветров. Где? Вон она, наверху, что ли? Давай тогда вот так. 10 секунд, я за 10 секунд не смогу туда пустить. А, умно. Чё умно? А, я получается, все, я понял. Теперь я смогу снизу зацепить ее. Мы просто будем не за центр там. Я понял, понял, их же можно перекидывать, эти ловушки. За мной, Атрей. Пошли вниз. Прости, я отвлекся. Вот и все, пошли вниз быстрее. Так, где там это, куда открыть надо? Вот здесь. Так, а теперь давай ее ловим. Отсюда ловим ее. Все, ништяк. Ништяченно. Сейчас пройдем, смотри. Че такое случилось? Да забей, бей ее. Во,
Я не дотянулся, прикинь. Так, сейчас еще колесо выскочит. Давай крутим, только теперь куда? И что будет от этого колеса? Ну-ка. Рунный камень опускается. Вот, видишь как? Тихо-тихо-тихо, что такое? Что такое? Быстрее помогай. Бабушка. Отец! Сейчас меня прибьет. Мальчик, уходи отсюда. Все, там уйду. Этот знак... Как тебя вытащить? Ведьма помогла. Затяни цепи на стене. Но! Их тут три! Что мне делать? Атрей, соберись! Ты справишься! Поспеши! Читай, я читай! Не знаю, могу ли я утонуть? Так, Катя Серебряный гонится за Луной. Сколь Золотой гонится за Солнцем. Когда они съедят Солнце и Луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец! Луна налево, Солнце направо. Нибгард посередке. Но какой рычаг тянуть? Луна налево, Солнце направо. Давай, тяни. Средний. Луна налево, Солнце направо. Давай, крайний, крайний, быстрей. Левый. Средний опять. Рычаг. Надо по порядку. Луна слева, Солнце справа, Мидгард посередке. Тяни правый. Давай, 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 все получится. Сейчас. Давай, средний теперь. Средний рычаг. Быстрее все получится. Луна слева, Солнце справа, Мидгард в центре. Не, не так. Средний. Ну давай Луну сейчас, наверное, поднять надо. Давай. Левый. Теперь средний. Средний рычаг. Быстрее, быстрее, давай. Сейчас пока батю там не задушило. Тяни правый. Давай быстрей. Все получилось. Конечно, получилось. Но утонуть я не могу. Хоть что-то. Не останавливается! Зачем эта большая цепь? Отец, над тобой! Блин, ё-моё, давай спасай отца. Чё делать-то? Капец, попали в ловушку. Мальчик, останови эту цепь! Ну, как? Давай быстрей. Я не знаю. Стрельни там из лука, что ли, в нее. Я знаю, что делать. Ее нож? А как еще? Ай! Что сделал? А что сделал-то? Не вышло! Почему не вышло? По-моему, вышло все. Сейчас улетит лифт. Чё, ништяк получилось, молодец. Слава богу. Знаю. Зато ты спасся. Спасибо, сынок. Капец, чуть меня не размазало тут. Куда теперь? Я думал, все уже. Уже больше ничего не буду крутить. Нафиг надо. Хотя, давай аптечку еще возьмем. Так, как нам пройти? Вот это что-то еще открыло. Ну-ка, давай. Заберите черную руну. Все получилось. Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. О, нет. Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Конечно, продолжать. Ты чё? Чё ещё делать? Вот она, мы её нашли. Забирай руну и валим отсюда. Сын. Вот. Вот тебе палочка. И что, и что день, это такое? Когда ты родился... Я сделал два ножа, смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя, а другой для тебя, на будущее. Теперь ты готов. А до этого говорил, не готов нифига.
Во, видал, что тебе я батя тебе дает? Мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Хорошие слова. Отвечай. Ты понял? Я стану лучше. Сила оружия, любого оружия, идет отсюда. Но управляет им это самоконтроль, дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Ладно. Вот такой батя мудрый у тебя. Идем. Хватай руну. Дрейва. Пусто. Как пусто-то? Ничего не пусто. Стой! Вообще не пусто, смотри. Атрей засветился весь. Руна, ты ее видел? Ты уверен? Уверен, точно! Так, 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 целься. Пепельный грендель. Эх ты! Тихо, 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 ты что такой? Стой, ярость, ярость! Рубай быстрее, рубай будем! Давай, 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 еще! Их двое, короче! Два гренделя там! Грендель! Блин! Эй, грендель, иди сюда! Атрей, давай, как, давай, рубай его! Подожди, надо взять эти клинки быстрее! Не-не-не-не-не-не-не-не-не, так не пойдет. Ты попадаешь хоть в него? Ах ты, грендель, блин, жизни-то мало. Что-то потемнело все. Я готов. Готов, молодец. Я пошел за аптечкой. Я зато не готов. Брат, слева! Да я понял, стреляй. Так, два стрелы другие поставим. Блин, больно же так. Давай, 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 лупи, лупи его посильнее. Отходи. Отходи, Кратос, отходи, беги отсюда. Аптечку дайте хотя бы одну. Пока нет. Че делать-то, как проходить тут? Ладно, хоть Атрей хорошо стреляет. А, не-не-не-не-не-не. Не надо, пожалуйста, уворачиваемся. Не бей меня. Так, Атрей сейчас справится по-любому. Давай его добьем, а. Есть, одного порешали. Второй, 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 добиваем. Ай, больно было. А этот огненный, может, его надо было наоборот. Давай другие стрелы, Атрей, поставим. Пепельный, пепельный, огненного надо. Ледяными стрелами, ну-ка. Да, поэффективнее будет. А мне, наверное, топор лучше взять. Где топор? Слева! Топор возьми. Давай, добивай его. Топором. Во-во-во, давай, давай. Давай, 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 бьем, 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 бьем. Все. Круто. Сейчас аптечки заберу. А, вон еще пару аптечек лежало. Так, это хорошо. Пламя хаоса, хорошо. Побольше. Жалкий трой. Да, меня развернуло. В какой стороне песчаная чаша? Ярость Тартара. Давай здесь заберем, что у него выпало. Ого, серебра уже по 5000 дают. Так. Инестый. А, инистый. Инистый. Грендель. Инеистый грендель – легендарное существо, даже мама считала его мифом. Говорят, что он был самым сильным и грозным из всех каменных троллей. Имени Инеистый у них
удостаиваются только самые почтенные и уважаемые воины. А теперь он мертв. Не по делам. Нечего было нападать на нас. Я про это и говорю. Нечего на нас нападать. Че, дурачки, что ли, совсем? Покиньте хранилище Тюра. Сейчас покинем. Только надо пробежаться и все пособирать. Аптечки. Потому что жизни у нас порядком так подзабрали, я скажу. Вон две аптечки валяются. И открылся еще сундук. Давай откроем сундук этот. Вот. Что-то ценное сейчас нам дадут. Невесомые рукояти защиты. Редкий предмет. Умеренный шанс получить защитный барьер, поглощающий урон от вражеских атак. При успешной атаке растущая ярость. Ладно. Где выход-то? А, мы вот отсюда пришли. Ну-ка, давай-ка рисуй что-нибудь там, чтобы мы обратно поехали. Йорф! Гал, как ты умеешь. Батя так даже не умеет. Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Молодому нельзя, наверное, вина-то пить, понял? Лемнос. За окончание пути. Можно? Глоточек, наверное. Пахнет тухлыми яйцами. Ха-ха, вино стухло. Оно не скисло? Кто знает. За много-много лет. Да. Тухлятина. Так, кто там? Мы возвращаемся, ребят. Отец, почему ты оставил родину? Это из-за тех других богов? Просто... ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О, ты говоришь совсем как твой отец. Готов. Готов. Готов, вор. Идем. А мне понравится быть богом. Наверное. Черная руна выполнена. Мы идем куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. Мы пойдем на вершину горы, но, ребята, будет это уже в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео, подпишитесь на канал. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И всем удачи, всем пока!